Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Сегодня я решил пофаниться в 2 на 2, у меня вообще не было роликов по этому режиму, но буду я фаниться не один, буду по скайпу вместе с каналом GHG, то есть с Арамом. Всем привет, ребят, привет, Холдик. Мы уже записали одну часть на его канале, вы увидите этот ролик, там мы играли 16 эпиков, да? Да. Было интересно, обязательно зайдите, оцените, ссылочку на этот ролик, точнее на канал оставлю в описании. Ну, в общем, по ссылке переходите и чекайте этот видосик, мы старались. Надеюсь, ребят, это были страдания, поэтому оцените. Да, вы должны оценить, потому что мы потратили много времени и сил. А сейчас мы на моем канале сыграем колодой чисто из редких карт. У меня 8 редких и у Арама тоже 8 редких карт, итого 16 рарок. Я готов, как у тебя, все там? Я готов, да. Ты кидаешь или я кину тебе дружеский бой? Ты кидай, ты же записываешь, чтобы тебе подстраиваться. Поехали. Ну, посмотрим, как сейчас получится у нас с рарками. Ну, должно быть легче, чем с эпиками. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, я тоже на это надеюсь, но у меня колода не из дешевых. Так, 11 уровень нам подбирается, у меня есть печка, но нету сборщика. А начало боя их уже что-то бесит. Ну, тут ледяной. Давай, ледяного. Можно было отправить погулять, тут валька. Нормально. Ну, нормально. Хог есть? Отличный конт. А, у тебя же нет хога, точно. Нет, у меня хога нету. Но он у меня не 11, я решил гиганта взять, потому что гигант у меня 11. Так. Ты... Не-не-не, хил не надо. Давай я фай. Давай. Да, в принципе, не помешает. Не, не будем, второй не надо. Я что-то думал, мы не добьем громоверса. Да, пускай твоя мегамуха. У меня есть гигант. Не, мне надо что-то, короче, прокрутить, чтобы поставить сборщик. Потому что у меня колода 4-8 элика. Просто я сижу с 10 великами, чтобы ты понимал. Ну, выбрасывай, выбрасывай что-то. Мини-пеку. О, как раз хорошо. Забираем. Так. Файр. А, отлично, что у тебя файр сохранился. Да, кидай файр. Я тут мегамуху кину. Задефали. И я поставлю сборщик. Я могу хога сейчас долбануть. Ну, кидай. Ставь сборщик, я, да. У нас две карты идут. Окей. Так. Да, я думаю, сохрани хил для мушкетеров. Зачем? Ну, смотри, что происходит. Да, минус вышка. Так, элитки, у меня есть валька. Угу. Так, хорошо. Хок 11. Такое чудо, я прям слушай, не могу. Слушай, тут надо трешечку брать. У меня надо, 3 мушкетера, конечно. 11, у тебя хок 11, у меня еще гик 11. Они еще и фаер потратили, ну тут... Так. Сам бог ну, велел. Да, но все равно, я думаю, удвоенный нужно подождать. Хотя там они до файра успеют прокрутиться. Но не суть, у тебя есть хил, правильно? Угу. О, еще и молнию потратили, блин, ну прям... Не знаю, я не могу ждать, я выброшу. Я понял. Ну, блин, они потратили файр, молнию, это для меня... Так, ну, такое. Урон нанес, вышку не забрал. Ну, в любом случае, в плюс пойдет. Так, что там у нас? Я побаловаться хочу. Давай, окей. Давай, так. Ну, тут изи каточка. Вау, вот эта цифра. Давай здесь мушкетеры. Что там, есть чем контрить? А мушкетер сагрился. Угу. Так. Хотелось бы, конечно, трешечку. Давай попробуем, а? Давай попробуем трешечку. Так, валькирия. Файр твой. Мини-пека. Мини-пека как раз на гиганте. Твой хок сейчас смело дойдет. Я еще бросаю файр на... Да хил. Отлично. Царственный. Это трешка. Ну слушай, ну с рарками уже пободрее. Намного бодрее и интереснее, если честно. Да, но они нас и прокачаны лучше. Ты видел, куда хок потом побежал? Или уже закрыл? Видел, да. Как ты его на правую сторону переманила. Так. Что, меняем? Да, можно, в принципе, что-то поменять. Так, 11 уровень. Окей. Что у тебя там? Печка. Ну, я думаю, можно печку поставить. Че, я кину файр? Давай наносить урон. Кидай, да. Я думаю, это... Так, ты на правую, да, сторону печку? Угу. Окей. Слушай, так сразу голем. Можно таран плюс хок на левую вышку. Ну, поехали. Кидай таран. Поехали. Так, ты вальку... Есть валька. Угу. О, господи. Угу, да. Ну, зато хок дойдет. Так, давай ты валькирию на... Угу. Ну, кидай вальку. Или чё, или, да, блин, да не успели. Не просто успели. Жопа какая-то. Да не успели, надо было переагрить этого. Надо было ледяного слева кинуть, я лоханулся. Так. Ничего, смотри, задефали. Задефали, да. Можешь забить на принцессу, хотя, блин, не успеваю. Ну пускай, пропускаем урон, ну ничего. Я думаю, что все окей будет.
Бандитка осталась живых, серьезно? Это мини-пика, а какой уровень мини-пика? Я не знаю, но я вынужден сделать так. Так, это фаерболом они добили, да? Да-да-да-да, смотри-смотри. Ай, живи, варвар. Ну, блин, и... хил царственный, смотри, что творится. Да-да-да. Смотри, мы просто разобрали с двух сторон их. Так. А, ну, в общем, я понял, таран не вариант выбрасывать. Не, вариант, если с фаерболом или с ледяным. А, ну да, да, в принципе, да. Так. Что делаем? Слушай, держу, пока твоя хижина пропадет. А я вот так сделаю. Есть фаер? А, есть. Кидай, кидай. Кинул. Так. Так, мы полностью забили, да, походу? А, у тебя есть здание для фаера. Печка. Мини-пека добрался. Ну все, А, не, стоп, рейч не наш. Нет, не наш. Ага. А вот это уже... Я заберу колдуна. Угу. И постараюсь... Так, ай, Валька. Так, мы дефаем или нет? Нет, мы теряем. Не дефаем, теряем. Ну, у нас есть шанс трешку забрать. Ну, я могу... Ты через него хочешь? Я фаер готовлю. Давай. Я тоже фаер готовлю. Поехали, я два кидаю. Фаера. Это смешно было, но вдруг зайдет. Так. Нам до фаера, короче, надо откатиться. А ты время-то видел? Ну, и что, не успеем, думаешь? Я хогом пошел. Давай, все. Хог должен дойти. Он не все потратили, тупо все. Да, все, это победа. Печка хога. У них здания нету. А, ну, на самом деле, мы тут сыграли не сильно так профессионально, можно сказать, не сыгран. Ну, блин, главная победа. Так. Победите. Главное, как это я раньше-то говорил, победители не судят, вон. Да. Что, меняем что-то? Я хз, мне все нравится. Мне таран не нравится вообще. Да, конечно, с фаером он зайдет, но я думаю добавить сюда... Реально будем нормально над гробием так кайтить любого танка. Ну да. Так, я готов. Ты готов? Угу. Поехали. Итак, надеюсь, решающая атака. Надеюсь, все будет окей. У меня есть отличный цикл, отлично, я могу поставить какой-то этот. Поставь, да, я потом ледяного с хогом выпущу. На правую. С какой? Давай, на левую, подожди. На левую тогда. Подожди, вот сначала так сделаем. О. Мы, кстати, меняли колоды, я не знаю, в ролике вряд ли вы увидите, как мы меняем. Во второй атаке мы там немножко спама добавили, в это еще больше fire. Получилось. Fire. Fire. Я успею, fire, все нормально. Ну, конечно, немножко не по всем юнитам, но хог доходит каким-то чудом, слушай. Валька есть. Я думаю, что сейчас Вальку туда в эту всю толпу кидаю. И дефаем. Отлично. Хорош фаербол от них. Хога нема. Ну я не знаю, конечно. Может и глупо, но попробую дудцом. Да, глупо. У меня есть надгробие, тратить не буду. Оставлю на хога его. А может гиганта тут и... Давай. Что у тебя там по спылам? Хил, фаер. Надгробие мое оставил, да? Да, зачем? Не успел. Пусть будет два. Так. Валька хилится. Да, хилится. Ай, блин. Ну, там эти... Нормально. Фаер есть? Сейчас скелетики будут. Блин, я фаером скосил, короче. Да нормально, вышку забрали. Это же хок 11, ты чё? Ну да, я просто думал по вышке и по юнитам немножко. Видишь, а даже они в шоке. Да ладно. Ох ты, плачет. Нормально. Чё думаешь, трёшечку будем? Да давай по фану трёшку, чё нам? Мы же не на рейтинг играем. Можно. Так. Нам надо ждать двойной. Да, нам надо дождаться двойного, я поставлю хижину. И потом просто задавим. Задавим количеством. Забей на бочку. Ставлю хижину. Так. А я там пока... Ай, хильси, пека. Отлично, ну тычку сделал, пека, нормально. 200 хп. Ну слушай, у тебя хок, у меня гигант, у нас два фаера. Ну это трешка. Ой-ой. Ну давай, я вот здесь ставлю гиганта. Угу. Вау. По гиганту попали. Да, блин. Так, мне срочно валькирия нужна. Что там, голем примет на себя урон? Блин, походу гигант забрал на себя инферно. Ну ладно. Забиваем на вышку полностью, просто пушим трешку. Я бросаю фаер, и ты кидай фаер. Тоже хил хочу. Кидай. Да, только не на... Фух. А, я не использовал хил. Ну все. Да все, победа.
Блин, вообще, мы, по-моему, если не изменяет память, три атаки и все на трешку. Да, 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 ну, да, да. Тебе повезло, мы все выиграли, тебе меньше монтажа придется делать. Да. Так, все. Ну какой вывод? Вывод то, что рарки круче, чем эпики в глобале. Потому что я даже больше там... скажу, рарки круче, чем легендарки даже. Не, ну как, блин, может легендарки, да, сильные карты, но они все в колоде не тащат. То есть, ну, они как дополнительная карта неплохо идут. Ну а вот, видишь, билиберда получилось, мы с легами пытались, то есть вообще ничего. Мы даже, мы полвышки даже, по-моему, не сносили с легендами. Да, первая попытка была для моего канала 16 лег, но мы 7-8 каток сыграли, да, и ни разу не выиграли. Потом перешли на эпики, чуть хуже, но уже что-то получалось. Перешли на рарки, вообще изи. Мне кажется, что на команке, не знаю. А это пусть они предлагают. Да, в общем, пишите в комментариях, ребят, какие, ну, идеи ваши в комментариях, какие атаки, какие колоды, возможно, там, со спылами. Ну, в общем, на все, что у вас хватает фантазии, там, самые топ-комменты, которые залайкают, возможно, снимем еще для вас ролик, если вам понравится, зайдет. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Напоминаю, что в описании ссылочка, чтобы посмотреть ролик на канале ГХГ. Ну, всем спасибо за просмотр, желаю вам удачи, до новых встреч и всем пока. Всем пока, ребят, удачи!